Делегаты съезда партии «Единая Россия» рассказали журналистам Чувашии о своих впечатлениях от форума. Секретарь регионального отделения Николай Малов отметил, что определяющей на партийном съезде была атмосфера ответственности за все, что происходит в Российской Федерации и ее субъектах. На съезде определили главные направления партийной работы, задачи региональных и местных отделений «Единой России». Председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов обратил внимание на то, что теперь Генеральный совет партии не менее чем на 30% состоит из представителей первичных отделений. За 5 лет партия смогла реализовать многие проекты, они уже действуют и приносят реальную пользу. На перспективу созданы новые партийные проекты «Наш двор», «Парки и театры малых городов», «Дома культуры дворов» и другие. Партии, правительством, прежде всего, защищает, выполняет интересы, жизненные интересы наших граждан, разрешает вопросы, возникающие в обществе. Партия свою деятельность организовывает в виде проектов. Партийные проекты – это инструмент выполнения определенных задач.